Привет. В общем, получил аппаратуру тут для дочки Т8 Pro Radio Master с таким вот экранчиком. Вот. Блин, на ощупь очень понравилось, сразу сходу прям собрано, там прям добротно так, классно. Не знаю, мне прям очень она вкатила. До этого аппаратурки все равно на сборку, вот именно Radio Master привлекает. Вот сам материал такой приятный, прям внутри не разбирал ничего, но стики ходят прикольно. Не разбирал, не смотрел ее, да и не хочу разбирать, чтобы она не скрипела, ничего. Неохота мне разбирать. Тут вот экранчик есть, то есть для настройки. Включил. Все эти дела тут сделал. Батарейка сразу идет встроенная, заряжается по USB-шке и это... Так же, как может симулятор летать, она будет заряжаться. В общем, по кайфу. Я так понимаю, также одна баночная. Не знаю, про Crossfire ставить сюда можно или нет. Вот. Сам не собираюсь сюда ставить. Буду летать на Whoopi. Ну и дочка будет на обычных приемниках летать. Так, моды здесь какие? Сейчас посмотрим. Сам еще не глядел. Типа, ну, что за приемники можно забиндить сюда. Сейчас глянем. Заодно фейлсейф настроить надо. Ой, вот, no pulses. Я всегда почему-то себе это ставлю. Так. Мульти. Так, какие есть? Блин, надо на другую модель зайти, а то я сейчас это собью все. Сейчас, секундочку, ребят. Блин. Вот, все, пошла возня. Так. Page. И здесь вот сейчас мы уже посмотрим, что за протокольчики имеются. Фурскай, Футаба, Хитек, Хот, Редлинк, Радлинк, Редпайн. О, для вупов это хорошая штука, но я пока не это. Скай, что-то, блин, до хрена всякого. Так, 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 так. Фурскай всяких. Корона и все. Вот. В общем, вот такие штуки здесь есть. Вот и модельки. Модель создается как обычно у OpenTX. То есть ты настроил себе, вот мы настроили себе на вупчик, который это полетаем вот, в парке чуть позже. Вот. То есть выключаешь апу, снимаешь эту штуковину, мониторчик, убираешь, берешь заглушечку, идет в комплекте. Чик, все, готово. Мы уже настроили все, то есть прям включил. Все, и погнали. Чудо. Все, катим летать. Пришли летать. Сейчас затестим, как это. Жрём все, ой. Ну сначала я лютну, потом ты. Да? Ага. Так. Ух ты, птичь сколько. Сейчас, дочка, подожди. Что все запотело. Так, давай. Ну приятно, она в руке, конечно, классно лежит. Ты че, дальше не летала? Ты летаешь, скажешь. Сейчас, ладно, возьмусь. Первый вылет не особо. Что ты? Ничего, кто-то только духом жужжал. Ага. Так. Возьми сюда. Ну ничего так, да? Тихо.
Ну, к ней надо мне привыкнуть чутка. Ну и что, уже ничего. Да, нормально. Чуть бревно не поймал. Классно. Хорошая аппаратура. Дом даже вешать никуда не надо. То есть одноруким подходит. И до вупа она будет у меня. С вами будем на пару гонять, да, дочь? Блин, на очки потеют. Вроде кулер включил, а что-то это. Потеет. Во, ни хрена себе я вырулил как. Ты видела, видела? Угу. О-о-о. Парашют наяву. Ветерок вообще подул прям нормально. Не, ну прикольно, удобная аппаратура, да, прям. Она мне сразу понравилась вообще с первого раза, как-то попробовать. Прям еще я больше и больше привыкаю к ней. Нормально. Вот даже так можно. А-а-а! Класс. Прямо так или что? Ну ты видишь, я не падаю. Ага. Ну, то есть держу на вытянутой руке. Плавно летит. Да, плавно, аккуратно, не агрессирую. Можно вот так поближе к себе и все, пошла возня. Ой, что-то пошло не так. Могу спрятать. Беги, беги, точка. Ох, олень. Кулер что-то не работает. Что, он там не сдох, не отвалился, ничего? Ну ништяк, что полетаешь, значит, ты тоже. Сейчас, малыш, батарейку доделаем. У него мухи носили. Да, давай, хочу быть. О, не, вал же оторвало. Ты что? Ну все, короче, дочь не судьба полетать. Чего, дочка не получилось на вупе полетать, вот в симуляторе гоняет. О, дочь фристайлера чувствуется. Красава. О, умничка вообще. Ну что, удобно тебе с ней? Угу. Лучше, чем на эту кустой? Да. Во много раз лучше. Та была очень тяжелая и большая. Это маленькая и легкая. Угу, класс. Мне тоже понравилось. Ну вот. Ребенок доволен. Класс.